В июле 1914 года Барнаульская заразная больница осталась без врача. Он был призван на военную службу. Газета «Жизнь Алтая» писала: «Один фельдшер в отпуске, другой болен. Таким образом, больница на попечении сестер милосердия. В их руках судьба тифозных, скарлатинных и дифтеритных больных». В июле 1935 года была проведена Западно-Сибирская альпиниада. Это первый массовый поход туристов на гору Белуха. В число избранных попали лучшие ударники производства, спортсмены. Альпинисты штурмом взяли восточную вершину Белухи, водрузили на ней бюст Сталина. В ходе экспедиции были обследованы полезные ископаемые, ледники, составлена геологическая карта Катунского хребта и подробная карта Белухи. 29 июля 2008 года губернатор Александр Карлин утвердил положение о поощрении военнослужащих, которые призваны в президентский полк. Денежное вознаграждение оказывается и родителям солдата. Кроме того, семья может рассчитывать на материальную помощь для поездки в Москву на принятие присяги.